Итак, всем привет. Сегодня 1 января. Всех с Новым годом. Всех поздравляем с Новым годом, уже наступившим. Выехали на охоту. Время где-то уже 12 часов, да? Да, уже первый час. С Иваном решили сегодня Новый год отметить. Да, зайцем. Да, зайцем. Добыть первого зайца нового 2002 года, 2022 года. Вот, чем дома лежать. Да. Хотим прогуляться, добыть зайца. Ну, по снегу, по погоде, ветра нет. Снега свежего тоже нет, следы вот старые. Поэтому тропить зайца не получится. Будем ходить. Просто тупо идти. Заяц будет выбегать, будем добывать. Вот. А по следу потропить мы еще успеем сходить. 4 дня выходных. Но снега не обещает в эти дни. Но к следующим выходным обещает снежок небольшой. Тогда и потропим. А пока вот так. На зайца до 15 февраля еще можно охотиться. Фазан 31 декабря закрылся. Утка 15 еще декабря закрылась. Поэтому остается только заяц. Будем охотиться на зайца. Погода отличная. Да. Всех с Новым годом. Ваши пожелания еще. А нам хорошие прогулки. А что желать? Да. Всем самое главное здоровье. Будьте здоровы, остальное все приложится. Самое главное, чтобы были здоровы, ноги носили, чтобы всегда глаз был метким, чтобы руки всегда, как говорится, были цепкими и навскидку были легкими. И ногам здоровья. Да, самых таких желанных трофеев, да, в этом году. Да, чтобы достижение целей, добывание трофеев желанных. Да, ни пуха всем, ни пера, угу. Ни хвоста, ни чешуи. Давай, а мы погнали, переодеваемся и пойдем добывать своего первую добычу в этом году. Ну все, пошли. Снег очень, да, хрустящий сегодня, блин. Чересчур даже. Все следы старые, свежих нет. Только человечьи следы свежие. Кто-то уже здесь прошелся. Блин, вот здесь левее надо было пройти. А? Ну, в кушарах там. Что-то проблема с этими зайцами. Вот старые следы, свежих совсем нет тут. Да. Проредили, наверное, здесь уже их. Ладно, дойдем до конца, посмотрим. Потом по полю пойдем, если что. Нам же самое главное пройтись, прогуляться сегодня. Ладно. В общем, в этой лесопосадке нету зайца. Наверное, уже здесь их пошугали. Сейчас найдем старые даже следы. Тропу, да? Которая будет уходить туда, в поле. И по этой тропе пойдем. Там потому что есть чингиля. Кустарник есть, да? Чингиля. Возможно, они там. Потому что ветра нету. Они могут и там на поле обитать. Посмотрим. Вот, кстати, вот тропа. Вот по ней пойдем туда даже. Ну, хоть старая. Будем держаться близко к следам заячьим, хоть и старым. Возможно, возможность есть выгнать их. Хотя бы на удачу. А так разделимся. Он примерно к тому, видишь? Вторая чингиль, да? Вон чингиль. С двух сторон пройдемся. Можем до озера даже дойти. Кстати.
Кыш-кыш. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Блин, зайчик выбежал далеко. Далеко поднялся. Отсюда где-то. Блин, я еще хотел камеру включить, он дальше еще отбежал. Не, вроде я первый его попал, посмотрим давай. Ну, далеко с пятерки. Тройку хотел купить, но сегодня магазины закрыты с утра. Где-то... Где я его стрелял? В общем, один зайчик поднялся. Выстрел произвел, но далековато он отбежал уже. Сейчас иду. Вроде не зацепил вообще. Не попал. Но уже зайца подняли. Это уже хорошо. Надо идти не спеша. В общем, зайца обнаружить пока не получается. Вот вышел к озеру посмотреть. Лед за заливе замерз. Походил по нему там. Сейчас вот хочу в сторону машины пойти, но по этой дороге вдоль. Обычно зайцы, когда на их шинкамере батарейка села. Хотел сказать, что когда снега вот так больше становится, зайцы стараются, это по моим мышлениям так, ложиться возле дороги. Потому что обычно ночью по дороге едешь, они убегают там на дорогу. И по такой дороге им легко бегать. О, Иван там выстрел сделал. Кстати. О, второй выстрел. Вот. И вот хочу сейчас вдоль дороги пройти в сторону машины. Возможно, вдоль дороги подниму зайца. Но, к сожалению, батарейка на экшн камере села. Поэтому вот, буду снимать на телефон. Если что-нибудь добуду, обязательно сниму. Скажу. Так, затею пройти вдоль дороги решил оставить пока, потому что вон там вижу караганик хороший. Лучше, думаю, пойду возле него обшарю. Здесь вот зайцы, кстати, следы зайцев много. Пойду поэтому наверху. Вот эти вот следы, наверное, все-таки идут туда, в этот караганик. Посмотрим. Ну что, друзья, получилось у меня поднять зайца. Вот, как говорил, караганику. Ну, это не караганик, камыш. И... Ну да, караганик с камышом. Начал подходить. Сейчас камеру. Ух, еще один заяц побежал. Второй. Второй заяц только что побежал. Второго поднял. Ну, одного я добыл. Сейчас камеру переключу. На. Так вот. Здесь зайчик поднялся. Вот здесь все второй поднялся. Сейчас потихоньку. Экшн камера у меня в кармане. В тепле. Я... Батарейка села, да и замерзла. В общем, камера. Так, вот она.
зайчик с одного выстрела добыл. О, хороший зайчик, кстати. Вот он. О, бит даже четко. Хорошо битый заяц. С одного выстрела вот здесь. А вот. Вот там пух лежит. Отсюда он бежал, получается. Там поднялся. Я вон там шел, поднялся. Ну, рядом поднялся почти метров 7-8. Отбежал он эти кусты и побежал вот здесь. Так. И на этом месте я не спеша выстрелил в него. Ну что, друзья, первый заяц 2022 года добыт с полем. Сейчас еще раз пойду, посмотрим. Может, еще можно будет поднять зайчика. Жаль, камера, блин, села я ее. С Иваном мы разделились, получается. Он дальше пошел чуть-чуть. Пока шли там по кустам. Уже друг друга не услышали. Потом я пошел к озеру посмотреть. Вышел по дороге. Хотел пойти, ну, уже по дороге в сторону машины. И увидел вот эти вот такие заросли хорошие, караганик вместе с камышом. Здесь, наверное, еще есть зайцы. Сейчас еще пройду. Еще один зайчик, блин, прям когда с вами разговаривал, заяц поднялся рядом и побежал. Не знаю, на камеру, наверное, не заснял. Еще раз всех с Новым годом. Ну, если сейчас дальше я зайца не добуду, наверное, на этом буду завершать охоту. Ну что, сегодня самое главное было в том, чтобы поздравить вас всех с Новым годом, чтобы в такой обстановке охотничьей, да еще и вот получилось нам добыть трофея, добыть зайца первого этого года. Вот. В такой вот охотничьей обстановке хочу поздравить вас всех с Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, успехов, самых желанных трофеев. Ни пуха, ни пера вам всем. С Новым годом, друзья. Давайте. С Новым годом. Нормально все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова